Состоится театрализованный дневник «Война, дети, память». Сейчас мы спросим у людей, что они ожидают увидеть. Что вы ожидаете увидеть от театрализованного дневника «Война, дети, память»? Ну, вы знаете, я думаю, хочу показать нашему поколению, как дети перенесли эту войну. Спасибо за ответ. Я считаю, что творческая группа, которая будет это представлять, она, наверное, много прочитала от этого, и они, вживаясь в образ тех лиц, которые были в то время, это все покажут, то есть ужасы войны, возможно, какие-то минутки радости. Ну, наверное, так. Я желаю посмотреть, как раньше жили дети, узнать их плохую, узнать их трагическую судьбу и помнить это на всю жизнь. И знать, что наши предки через какие препятствия переходили и что их ждало на пути. Война, дети, память. Растоптанных судеб 100 миллионов. А им бы летать, а не падать. На землю цветами в бутонах. Смерть, слезы, мучения. Детских ручек и глаз жгучий холод. А им бы в песочнице строить любимым родным мамам домик. Сказать, это не знаю, это прекрасно. Мне понравилось данное выступление, это очень душевно, как мне кажется, ведь каждый из нас не должен забывать свою историю. Можно спросить у вас, какая самая яркая сцена? Мне понравился весь спектакль. Он пронизывающий, пробирающий до самого сердца. Очень глубокая тема, и думаю, что она нужна в наше время, чтобы поднять дух настроения, всколыхнуть нашу память, вспомнить наших дедов, отцов. И мы сможем, наверное, радоваться, гордиться своими предками и научимся через это ценить своих родителей, детей, внуков. Спасибо за ответ. Какие пожелания вы бы дали подрастающему поколению? Эта история о том, что было там, сколько всего было там, что сохранялось во все времена. Какой, по вашему мнению, был самый яркий персонаж? Мне очень понравился момент, который рассказывал о судьбе еврейского народа. Это было очень сильно, мощно и, ну так, впечатляюще. И очень мне запомнился Егорка, который через всю сюжетную линию прошел, и вся его судьба прослеживалась. Это было очень интересно.
Спасибо за ответ. Какие у вас впечатления? Впечатления были положительные, спектакль понравился, но хотелось бы побольше. Я говорю, эмоции вообще заплескивают. Больше ничего не могу сказать. Спасибо. Очень хороший спектакль. Молодцы, молодцы, что вот такое вот организовали. Молодцы, и хорошо, что детей привлекают. Очень молодцы. Побольше надо вот таких мероприятий, чтобы делалось в нашем городе. Все больше и больше и больше. Спасибо огромное. Великолепно. Я переживал так ужасно, потому что почти же дети войны мы. Ну здорово, вообще великолепно. Постановка такая. Хорошо. Дневник закрыл свои страницы. Но нам кажется, что это еще не финальная точка. Смотрите на афиши и приходите на наши представления.